Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Идл Герои. Так, и заходим в события. И видим подарки встречи 2019 года. Доступ в игру в течение событий можно получить подарки встречи Нового года. С Новым годом нас поздравляет администрация. И смотрим, 500 брюликов, это первый день, сколько здесь вообще дней? 7, неделя. Слушай, ну неплохо, я вам скажу, да? Ох ты! А, ну это 10 осколков только. Жаль. Жаль. Да смога. Хм. Так, ладно, получаем с вами вот этот вот первый. А это что такое? Лимитированные авторы, которые в награду за новогодние события. Специальный аватар. А, все, понял. Получить. Отлично. Так, новогодние льготы. Ох ты, а кто это такой? А, это скин. Скин кожи мимо? Я такого не знаю, что это. Слушай, подарочек. Откройте и можете случайным образом получить один из следующих предметов. Вероятность получения каждого предмета составляет 20%. Включает в себя свитки призыва героя, сферы пророка, монеты суперлотереи, фрагменты пятизвездочного героя, 10 штук, и оранжевые фрагменты артефактов. Нет, спасибо, я как-нибудь мимо кассы пройду. Не то чтобы я это не хочу получить, у меня просто нет денег, ребят. Нету денег у меня. Испытания, ну это понятно, это все старое, да? Это да, тут ничего у нас не поменялось. Не поменялось, к сожалению. Жаль. Так, а что у нас тут? Райские коробки. Райские коробки. Так, имеет вероятность получить новогодние коробки роста и новогодние коробки прогресса. В наградах автобоя откройте и можете получить богатые награды. А ну-ка. Предварительный просмотр. Так, вскрой новогодние коробки роста. И ты будешь получать золото 100 тысяч и души героев 70 тысяч. А как их вскрыть-то? Ой, я вот это хочу. А как их вскрыть? Какой, блин, автобой? Где этот автобой? Так, пакет лотерей. Опа, тихонько. Это что у нас такое? Так, ребят, я забыл, за что вот здесь мы получаем интегралы. Это за рулетку? По-моему, за рулетку. И задание приби... Оу, а вот это мне нужно. А вот это мне нужно, ребята. Так, смотрим. Ну, мне нужен камус по любасику. На что же ты меняешься, дорогой мой камус? Раз, два, три, четыре. Выбрали. А здесь, блин, нужен пятизвездочный герой за нежить. Один, любой. Слушай, а это-то кто у нас такой? Я помню. Амос. Слушайте, а у меня был как-то Амос. И вроде бы вы говорили, что он так себе герой. Геру я практически всех слил. У меня их было две штуки. Так, вот Кэрри мне еще нужен. А он на что меняется? А ну-ка, есть? Есть. Кстати, вчера, ребята, вот этого вот Ханорика себе выбил со свиточка высшего призыва. А ну-ка, давай. Да ладно, вы издеваетесь, что ли? Нужен... Угу. Четыре героя, короче, убийцы, да? Хорошо, я сейчас пойду и попробую найти. Потому что Кэрри нам в любом случае пригодится в будущем апе. Так, значит, нам нужен... Чё? Секунду. Где мы можем... Мы можем вот здесь вот сменить героя. Так, нужен, значит, нам убийца. Так? Так, ищем. Так, ну пускай, например, выпадет мне Акаша. Но... Хрен там тебе, Акаша. А разрушитель он кто у нас? Ну, предположим, я сохраню. Слушай, по-моему, он... Он не убийца нифига у нас. Ведь так? По-моему, он не убийца. Так, где? Смотрим. Он у нас наставник. Ага, он маг. Так, секундочку. Секундочку, ребята. А нам нужен киллер. Все, понял. Вопросов больше не будет. Поехали сменить героя. Так, наставник нам, в принципе, нафиг не нужен, да, вот поэтому давайте его менять, сменить. Ну. Так, Лимон Гайден, ты у меня кто? Ты у меня воин. Все, понял. Меняем, точнее, отмену делаем. Так, сменить. Да ладно, хорош, вы сейчас будете издеваться, да? Сейчас стопудово будут издеваться надо мной. Да ёпрасоте. Хорош, лимончик. Ты что, серьезно, что ли?
Так, ну это понятно, это шаман. Это у нас тоже там маг. Так, это все не то. Да ё-моё, какой Тана? Тана это воин. Да ну, слушай, это что-то с чем-то. А Лелия, по-моему, если не ошибаюсь, это маг. Это маг у нас. Да ну, ведь маг же. Да, она наставник. Слушай-ка, вы что, не можете мне дать... Вчера или когда я там играл, да? Мне Акаш давали этих... Хоть одним местом жуй. Сейчас же дудки. Да блин, ну какая норма может быть? Сейчас норма мне не нужна и даром. Опять эта Тана. Ну пожалуйста, ну... Я же все пеньки сейчас потрачу, ё-моё. Да иди ты, шаман, в пень, ты мне не нужен. Вот. Это уже другое дело. Так, ну что, ребят, мы с вами получили Акашу. Так, круг призва. Давай потратим. Угу, ерунда. Слушай, у меня что, ни одного свитка нету? Странно как-то. И бежим. Бежим, ребята, сейчас вначале мы вот это вот по-быренькому сделаем. Так... Так, отлично, забираем. Подарить 5 сердечек друзьям. Это я всегда рад сделать. Поиск, давай босса. Босса, конечно. Хрен тебе, а не босса. Так, сыграть в лотерею. Между прочим, мы можем с вами. Так, фейм, а мне нужен фейм. Ладно, пускай, фиг с ним. Вдруг повезет. И заодно посмотрим, все-таки дают нам интегралы за рулетку или нет. По-моему, за рулетку. Хотя я могу и ошибаться. Ладно, хорош пока на этом. И надо мне, знаете что, посмотреть потом. Так, выполнить. Мне нужно посмотреть. Даже не потом, а сейчас я гляну. Сколько у меня? 8. Блин, ты посмотри, прикинь, мне куга выпадет, а? Ты представляешь, если он мне выпадет? Ну-ка, давай. Ну, это, конечно, шанс просто мизерный. Эх, а было рядом. Слушай, 2-100? Неплохо, 2 лямчика. Просто так вот с куста срубили. Ох ты, 10 осколков на супер артефакт. Ну, ну это не то, ребята, это не то. Ну давай кугу, кугу мне давай. Да конечно, ага, кугу тебе. Губежки-то закати обратно, Рэй. Да ладно! Ребят, ну вот как вот здесь вот не поверишь в везение, в фортуну. Вы сами прекрасно видели. Я выиграл кугу, дубль. Я сейчас его буду... Нет, ну сейчас я, конечно, его не смогу пропать. У меня не хватит, наверное. Но это что-то с чем-то. Ух, спасибо, рандом. Спасибо. Так. В принципе, все. Здесь мне больше ничего не надо. Я что хотел, то получил. Так, ребятушки, берем, конечно же, мы его призываем. Кстати, некоторые спрашивают: Рэй, зачем ты вызываешь 4-звездочных или там 3-звездочных персонажей со своего инвентаря? Я уже писал, правда, в комментариях, но я вам объясняю. Когда у меня эти герои на руках, и я захожу, например, в тот же самый круг, мне сразу показывается, кого я могу сделать. И чем больше у меня этих персонажей, тем больше вероятность, что я могу сделать 5-звездочного героя. Вот, в принципе, и все. А то, что вы говорите, что я себе инвентарь засоряю... Нет, ребят, я не засоряю. В последнее время мне хватает всего. Ну что ж, давайте посмотрим, что нам нужно для того, чтобы сделать кугу 6-звездочным. Тем более, вы сказали, что это топчик. Я его, как говорится, придержал. Смотрим. Нам нужен 5-звездочный лимончик, да? И также... Сколько? 3 героя 5-звездочных. Да, мне нужно... Блин, еще 3 героя. 5-звездочных и лимон. Тоже, блин, 5-звездочный, да. Так, давай посмотрим, что нам нужно для того, чтобы сделать лимона. Ну, во-первых, сам лимон 4-звездочный, да. Причем 4 штуки. Ага. Этих у меня дофига. Ну, и этих тоже мне хватает. То есть, нужен 4-звездочный лимон. В принципе, и все. Ладно, с этим мы как-то разберемся, ну, чутка попозже, ребят, чутка попозже. Кстати, вы заметили, да, что один из куги у меня уже надет. У меня была на него с какого-то ивента, я не помню, заработал. Мне еще говорили, нафига ты его взял, у тебя куги нету. Ну вот, ребята, куга появился, и мне пригодился скин на него. Тем более скин добротный.
Смотреть, так, как можно там посмотреть, что он дает? Вот, 3% к жизни, 3% к силе атаки. Вот я не знаю, что такое 5% к неуправляемости. Не знаю, но выглядит он солидно. Мне нравится, круто, просто-напросто. Все, и тем более у меня еще и дубль выпал. Я вообще просто в восторге. Сегодняшняя серия, ну, порадовала меня. Хоть я еще ничего не сделал, но она меня уже порадовала. Согласитесь, ребята, это было круто. Так, ладно, делаем с вами задание. Так, выполнить что у нас тут? Таверну. Таверну. Давай таверну сделаем. Ну, например, возьмем вот эти вот жетоны. Возьмем, да, мне нужен свиток, чтобы выполнить задание. Так, вот это вот тоже забираем. И вот это вот. Так, давай фиксим. И думаю, что... И думаю, что можно уже заказывать следующее задание. Вот это возьмем. Потом, что еще нам? Обновлять только? Только обновлять, ребята. Вот это закажем. Давай здесь на 3 билета на арену. Так, и вроде бы все. Надо еще обновить. Ну, кисло-то как. Что за невезуха? Эй, вот. Это другой разговор. Так, и здесь тоже. Так, просьба вождя нам нафиг не нужна, эта просьба. Давай что-нибудь такое попутёвее. Попутёвее, говорю. Ну, вот это хотя бы уже что-то, уже лучше. Так, свитков у нас нету, к сожалению. Ну, я, в принципе, и этим доволен. Забираем ревард. Так, изготовить 3 снаряжения. Ну, это, ребята, кстати, изготовить 3 снаряжения. Смотри-ка, могу. Сколько? Лям 200? От буржуя, а? Ну, эти сапожки, по-моему, хороши. Или не хороши они, ни хрена. Нет, они хреновые, ребят. Потому что у меня есть круче. Ну и ладно, да и фиг с ним, да? Так, и что же нам еще? О, тихо, тихо, я вижу колечко. Давай сделаем. Лям, ё-моё. Офигеть, ценники. Так, выполнить героический призыв. Я его не сделал, давай сделаем. Кто выпадает нам? Ну, трехзвездочный перс. Так, а дружеский? Ну, хоть бы раз что-нибудь вот с дружеского выпало. Нормальное, а? Ничегошеньки. Так, 3 боя. Давай сделаем по-бырому. Подожди, а... Я разве не могу проматывать в ускоренном? Кстати, надо аватарку, ребят, поменять. Вам не кажется, а? Мне кажется, что надо. 2019 год. Я сейчас поставлю лично. А вы как хотите. Так, все, 3 боя я сделал. И я хочу сменить, ребята, аватарочку. Где она? Наверное, где-то внизу в самом, да? Погоди-ка, аватар скин. Да нет, не то, во. Вот она. Вот так, отлично. Заодно всех ребят, которые играют в Идол Герои, поздравляю вас с наступающими праздниками. Естественно, всем добра, счастья и здоровья. Вот так вот, это я вкратце. Получаем. Это мы... Ой, а там... А что там было? Там был какой-то подарок. Ё-моё, я что-то так быстро получил. Блин, надо было посмотреть, что за подарок. Это, по-моему, у нас для ивента, вот для этого, да? Или я ошибаюсь? Так, секунду, глянем-ка. Глянем-ка. А что надо? Так, вскройте новогодние коробки прогресса. Можете случайным образом получить... А как вскрыть-то их? Имеет веро... Хм... Я не понимаю, как вскрыть эти коробки. Что-то не то. Хм, странно. Меня это немножко даже напрягает. Так, давайте-ка возьмем... Кого мы хотели? Кэрри, да? На Кэрри у нас, по-моему, все уже есть. Раз, два, три, четыре. И здесь у нас... Вот так вот. Да. Да? Все верно я делаю? Все верно. Все. Барак мне не нужен, а думаю, что Кэрри очень даже пригодится. Не будут... Подожди, а что у меня там такого? Да вроде бы ничего нету, так что давай. Ну вот, получили мы себе Кэрри, это уже хорошо. Так, это у нас бессонный, если я не ошибаюсь, да? Кто что говорит, ребят? Кто говорит, что это вата? Кто говорит, что это офигенный герой? Я не знаю, кому верить-то. А? Ребят, вы как-то... Уж давайте как-то вместе, я не знаю, сложно говорить. А то я сейчас возьму
Хрен узнает, нужен он, блин, не нужен. Черт его знает. Смотрите-ка, мы, кстати, можем получить с вами вот этого героя, если я отдам. Кстати, раз, два, пятизвездочный. А что он такой крутой, да? Что мне нужно вот этих вот двух героев отдать? Ну, это, наверное, сопляки. Раз вот на одну. Кто это такой-то вообще? Асмат с 5 звездами. Не знаю, если бы у меня, например, сейчас было бы 2000 брюликов, я, наверное, скорее всего, поменял. Но пока я не поменял, ребята, пишите мне в комментариях. Хотя вы писали мне, что пока не заморачивайся с темными, со светлыми. Но все равно напишите, а вдруг он прикольный? Пускай лежит. Зачем у меня будут вот эти вот два лежать, если я могу взять вот этого крутого, если он действительно крутой? Напишите. Так, что нам еще? Нам нужно Камуса получить. Полюбасику Камуса, а для этого нам... Не хватает чего? А, ну да. Одного 5-звездочного героя. Занежить. Занежить. И мне, блин, мне получить-то его негде. Вот в чем вся проблема-то. Хм. Плохо, ребят, это плохо. Что я не могу получить. Так, этих мы давайте расщепим. Камуса я до конца ивента обязательно должен получить. Он мне пригодится. Так, ну Кэрри я пока... Хотя, подожди, давай посмотрим, что нужно у нас для того, чтобы прапать дальше Кэрри. Вот он. Так, для того, чтобы его прапать, нам нужно... Ага, дудки. Хрен уж. Я понял. Короче, 4 5-звездочных героя бездны, чтобы дальше его прапать. Все, я это понял. А для того, чтобы сделать Когу нам... Кстати, его можно будет уже и апать смело, в принципе-то, да? Ну да. Так, давай тогда и апать будем его. Чего уж тут, да? Так, поехали. Эволюция, естественная эволюция. Он у нас кто? Он у нас лучник, оказывается. Слушайте, честно говоря, я думал, что это маг. А это лучник. А вот так поворот. Ха-ха. Это у нас, оказывается, лучник, блин. Но если вы говорите, что он крутой, значит, он действительно крутой лучник. Поэтому не зря будем вкладываться в него, да? Так. До соточки его прапаем. Как говорится, по полной. Ага, не хватило мне совсем немножечко. Чайную ложечку, ну, ничего страшного. Потом прапаем. Так, здесь у нас откатик произошел. Мне нужно забрать... Да, немножечко, но все-таки забираем. Вот так вот. Здесь нам больше делать нечего. Так, зайдем сюда и... Ага, ну-ка посмотрим, что мы здесь получим. Топор. Бесполезный какой-то. Так, Кэрри, давай-ка призывайся. Нечего тебе тут сидеть. Так, снежинки. Снежинки, видать, просто будут лежать до следующего ивента, до следующего года. И никуда не денутся. Так, секунду, я же хотел посмотреть про интегралы эти. Интегралы назовут же. Интегралы. Так, 2 штуки. Это я... Да, ребята, это надо крутить за обычные жетоны. То есть, если мы вот идем сюда, да, в лотерею, выбираем и... Сейчас посмотрим, если я 10 раз... Ну-ка. Крутану. Так, я понял. Ну, давай еще сколько можем? 4 раза смело крутануть. Так, 160к выпало. Дальше что? Ага, здесь 50 тысяч душ. Опять 160к. И еще разок, ребят. Еще разок, последний уже. 50к душ, все. Отлично, один оставим, потому что он мне нужен будет для задания. И еще разок зайдем, и я должен в этом убедиться. Блин, да что же за райский круг, они меня напрягают, ребят. Так, недельный, ну недельный пакет, понятно. Где я могу посмотреть? Вот здесь, да? Вот заходим сюда и смотрим. Вот они. От... Не... Ах, вот, новогодний коров. Ну-ка откроем. Ну, 2 штуки, предположим. О, ребят, ну это круто, я вам скажу. Это очень круто, а тут... Подожди. Че там... Я могу получить... Ага, души героев и деньги. Открываем, конечно же. Да, прям все. Лям 400 и 980 тысяч душ. Слушайте, ну это круто.
Это круто. Слушайте, я рискну. Мне нужен один герой пятизвездочный за нежить. Шанс это, конечно, вообще мизерный. Но мне достается четырехзвездочный. Ладно. Нифига, перебьемся, ребята. Не все же, как говорится, коту масленица, да? И о том же. Так, забираем. На худой конец, ребята, если что, мы с вами сделаем. Но не забываем, что нам нужно еще лимончика сделать пятизвездочным. Лимончика пятизвездочным нам нужно заклепать. Для этого нам нужны четырехзвездочные лимоны. А у нас есть вообще какие-нибудь герои-то? М? Из бездны-то. Ну-ка, давай глянем хотя бы. Что-то мы тарахтим-тарахтим, а они у нас, может быть, и есть. Я вижу только одного. Ну, согласитесь, он нам погоды не сделает. Да, надо будет, кстати, как-то призывать героев с бездны. Это что за дела такие у нас? Так, погоди-ка секунду. Вот. Здесь мне нужно что? Почему у меня здесь героя не хватает, я не понял. Сюда. Эй, погоди, да не то. Да какого хренуса ты делаешь-то? Эй, родная моя. Испытание чемпиона. Вступить. В бой. Давай вот так вот сделаем. И все, кажись. Больше мне выставлять здесь некого. Ладно, поехали. Воевать. Ну вот, совсем другое дело. Вот это я понимаю. Ну-ка, дальше поехали. Три, ребята, три билета мы тратим. Три билета мы тратим для одного только лишь боя. Так, победушка. Это уже хорошо. Надо все билеты, ребят, потратить. Я уж не обессудьте, вырежу все это дело, да, ребят? Потому что, ну, кому это интересно смотреть, как я тут проигрываю или побеждаю. А драться нам придется здесь много. Так что, или на ускоренном сделаем. Да? Какая разница? Ой, поражение. Как не люблю. 99 уровню, как я мог проиграть? Не, ну если у него, конечно, там супер-пупер герои прокачанные, то это как пить дать проиграть можно. И вообще, ну вот, поперло. Поперли проигрыши. Так, ну что же, билетики закончились. Так, я хочу глянуть кое-что. Вот сколько мне еще нужно. Блин, еще немножко, ребята. Буквально, ай, два боя, да? Два боя, для этого нам нужно... Сколько? 6 билетов. Ну-ка, давай сюда зайдем на рынок и посмотрим. 5 билетов, блин, 5 билетов. Где еще взять? Тихо, вот, вижу билетики. Фиксим. Хорошо, давай. Так, я должен добомбить. Ребят, вы уж извините, но должен. Так, победа, отлично. И давай еще победу. Есть. Шикарно. Так, еще дашь победу мне? Хрен тебе, как говорится. Ну там правильно 137 уровень против меня. Ну куда? Конечно никак. Не потянул. Тут там дальше тоже 120 какой-то уровень. В основном из-за этого я проигрываю. Ну 121 уровень, куда? Мне 105 и против... И тут вообще 138. Вообще какой-то рандом, честно говоря, жесткий. Или я чего-то не понимаю. Ладно, ну, по-моему, я все-таки сделал этот ивент. Давайте, ну, не ивент, а часть. Так, где? Вот здесь вот, да? Ну-ка, посмотрим. Да, я должен сделать где-то у меня... Ага, вот. Получить. Получить. Ху-ху-ху. Так, что нам нужно, ребят? Мы что-то хотели с вами с этого древа получить. Круг созидания, да? Круг созидания. Для того, чтобы сделать кугу, нам понятно. А для того, чтобы сделать нам чего? Кого? Зачем мы хотели с вами нежить? А, для Камуса, да? Мы хотели для Камуса одного пятизвездочного героя. Вот теперь сижу и думаю. Либо Камуса добывать, либо из бездны доставать. Давай попробуем, наверное, за нежить все-таки призвать. Четырехзвездочный, но... Ну, давай пяти... Нет. Нет, ребятушки, видимо, вся фортуна ушла в кугу. Четырехзвездочный, да. Ладно. Грех обижаться, ребят, грех. Поехали дальше. Что у нас там еще? Так, выиграть... Ага, у нас еще рейд есть. Ну-ка, давайте-ка поиграем в рейде.
Ну, неплохо. Вот здесь вот похуже. Выполнили. Давай вот здесь вот посмотрим, что нам выпадет. Сколько душ, сколько чего. Слабо. Давай получше, получше. Ну, уже получше, но все равно не то. Ну, а по осколкам? По осколкам ты меня порадуешь, нет? Давай, родной. Не подкачай. Да чтоб тебя подкачал. Он меня подкачал, ребят. Не дал мне никакой возможности. Ну что, собрать так 4 раза? Ладно, это проще парень репы получить. Также получить. Интересно, мы можем с вами прапать моего животного? А? Оборотня. По-моему, должны. Сейчас зайдем и глянем. Все, давай мне реверт. Ну и, в принципе, все задания мы на сегодня сделали. Так, давай-ка мы здесь заберем двух героев. Ага, и здесь одного. Четырехзвездочный. Ладно, хрен с ним. Куда-нибудь да сгодятся. Так, в башню. В башне я, ребят, прошел тех мух. Мух, ну я называю их мухами. На самом деле это, которые феи там были, помните, я их прошел. А вот здесь вот, к сожалению, уже не могу. Угу, колбасит меня. Может быть, взять... Так, попробовать, может быть, вот таким вот образом. Блин, я не знаю. Рос. Ну, Рос хорош, ё-моё, ну что не говори. Валя. Вот интересно, кто круче, ребята? Валя, вот именно в ПВЕ, Валя или все-таки Джахра? Напишите мне в комментах. Именно вот для башни. Давай посмотрим, что у нас здесь получится. Ну, я знаю, что меня заколбасят. Особенно вот этот айсблинк. Он сейчас заморозку свою влепит. Смотрите. Так, погоди-ка, что-то... Ага, во, смотри, видел, как жестко начинается. Слушай, ну здесь, скорее всего, мы пройдем. Как ни странно, но улыбнулась мне удача сегодня, ребята. Да. Хм, в прошлый раз они меня завалили. Айсблинк, он меня замораживал, и все, и почему-то расколбас-то жесткий был. Ну, сейчас вырулили. Ой-ой-ой-ой-ой. Это же охотник на демонов, да? Черт подери, это же лучник. Хм, надо срочно раскачивать кулу. Блин, что же вы делаете, ироды? Слушайте, может быть, ее ставить во вторую ячейку лучше, а? Чтобы ее, как говорится, не станили. Мне кажется, так и нужно сделать. Пускай она будет во второй ячейке, это не дело какое-то. Эй, проиграли, ладно. А если мы сейчас поменяем местами? Воевать? Так, ну-ка давай-ка. Данте, ты пойдешь сюда, а... Вейса вот сюда. Слушай, Норма, здесь тебе не место, если честно. Я вот лучше возьму Валю. Валя может застанить. Джахра может заморозить. Хм, ладно, посмотрим. Так, Данте, держись. Воу-воу-воу, видели? В стане стоят все, практически. Круто. Ну что, Валек, молодец, ты круто отработал здесь. Поздравляю. Ой, и в камень, ой, Айден, иди лучше отсюда, гуляй. Да, ребят, надо все-таки, было правильно, как вы писали. На второе место ставить Вейсу. На первом пускай он стоит этот у нас, Данте. Так, а здесь у нас, блин, а тут тьма. И вот эти вот противные, очень жесткие. Ты посмотри, я ему урона почти не наношу. Даже стан не работает, ты представляешь? Чик, упали. Ну, давай, прожимаем, родные, прожимаем. Больно, блин, я понимаю. Ну, змея, где ты? Фу, спасительница моя. Прошли, как ни странно. 345 этаж, о, колечко. Ну-ка, давай посмотрим, что у нас тут будет, что получится, как оно пойдет, как оно зайдет. Тут уже, ага, тут уже все за свет. Была тьма тебе... Оу, тихо, Данте. Как тебя так быстро-то? Раскорю... О, ребят, тут без вариантов. Вот так вот. Ты смотри, не хватило буквально чуть-чуть. Вейсом, ты смотри, что Вейса делает. Просто отхил капитальный у нее был. Молодец, Вейсочка, вот это ты круто. Просто отхилила сама себя. Так, а здесь у нас, ну, здесь нежить. Кстати, против нежити мы здесь рулим. Вот единственное, я не знаю, как Айден сейчас тут сработает. Если у него будет ионный пассивкин включаться, то, блин, будет бобо. Под конец-то, конечно же. Так, ладно, смотрим.
Его бы... Ага, одного закаменели. Так, отлично. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Слушай, нормуль. Погоди, блин, нормуль. Вейса только выжил, вот. Увидели, да? Все могло повернуться против меня. А здесь какая-то получается у нас соляночка. Тут свет, тьма, бездна. Короче, все фракции, ребят. Ладно, давайте сделаем. Сделаем, наделим задницу, наверное. Ну и со спокойной душой будем, наверное, идти по домам. Че я несу по домам? По делам. Так, ну-ка. Слушай, да должны выиграть здесь. Хотя не факт. Уже мне не нравится, как все вот... Волнусь, густо выросла капуста, отвали. Так, герой упал. Ну, владыка сейчас тоже упадет, да выделывается. Ну и густо валяется. Все отлично, ребята. Идем как нельзя хорошо. Ой, ой, ой. Это уже будет, наверное, больно. Фух. Ну что ж, дорогие друзья, наверное, на этой ноте можно спокойненько, да, приспокойненько завершить эту серию. Ну, вам, конечно же, всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии. Жду от вас комментариев по поводу игры, по поводу героев. И удачи вам. Всем пока и до новых скорых видосиков.